Ты накрасила. Щекотно. Я не знаю. Нет, встань. Hello, guys. Please subscribe. And click the bell. Что у нас сегодня? У нас сегодня арт. Боди-арт. Да, чуть-чуть. Будем рисовать картины своим прекрасным телом. Да, я уже очень сильно хочу. Кто у вас будет первый? Давай, Мерси. Да, вот она туда. Ты давай, бумага. Ножницы, бумага. Раз, два, три. Я забыла. А, подожди. Давай на трех убьёшь. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Еще раз. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ладно, первая. Ура! Чего начнем? Вот с этой. А, распаковка. Распаковка. Распаковка, чек. Распаковка вот этой штуки. Ну, надо же их достать сначала, прежде чем я разделю. О, каким цветом. Да. Вот эти. А что мы будем сначала? Сначала. Наверное. А, нет, сначала можно попу. Попу можно. Да, да, давай. А все разные цвета, да? Ну, потому что было красиво. Угу. Ну, наверное, вот этой вот кисточкой. Да. А ты же можешь просто сзади меня обставить сейчас. А, да, точно? Я думаю, да. О-о-о. Я боюсь, как это делать. А если она засохнет, не успеет. Попу мыть. Нужно каждый день. Да, она так будет, получается, более мокрая. Ты можешь, кстати, чуть-чуть боком встать. А, чтобы было видно. Но не сильно. Блин, это достаточно будет долго, мне кажется. Мочи все. Давай другую. Ладно, это будет, может, чуть больше. Надо, чтобы вот эти окружности прям хорошо. Попу мыть, нужно каждый день. А что, отдельно попу стирать, а потом ноги, да? Да. Или ноги вообще не надо? Да, ноги не надо, нет. Ну, можно чуть-чуть, типа, залезть туда. Мне щекотно. Это так весело и так приятно. Да. Да. Давай все ставим на пол. На, держи, что я давай присяду, наверное, вот так вот боком. Да, давай. Ты мне отпечатываешь. Так, а куда, наверх или вниз? Давай вниз вот сюда, да? Давай. Не-не-не, подожди, а это так разве делается, да? Я не знаю. Я встань. Главное, не проломи руку. Вау. Это что за... Это крылья. Крылья. Очень даже красиво. Ну, это можно еще потом дорисовать там. Да, давай теперь грудь. Давай. Так. Пам-пам-пам-пам. А я буду держать, ты сама себя рисовать будешь? Мне надо было наоборот. Кисточка. Я хочу тоже вот это вот кисточкой. Ты можешь полубоком? Ну, чтобы тебе было видно. И... Показывай. Ну, как бы, я не знаю, в чем у нас проблема. У нас чуть-чуть получается. Наверное,
лучше будет еще руку, да, вот сюда. Прям на руку бери побольше, наверное. Да, да. Да, наверное, проблема в том, что нужно наносить побольше краски. Да, и не разводить ее водой. Ну да. Ну, можно прям совсем чуть-чуть воды, иначе просто получаются вот такие художества. Ну, хотя, мне кажется, можно еще рукой вот так вот поводить, да? Ну, оставить, да, след вот такой. Да, у нас будет такая дизайнерская, да, картина. Ну, не знаю, давай сюда, может быть. Так можно? Ну, можно, да. Давай ты ее поставь прямо. Я рисую как могу, это я так вижу. Вау! Прикольно. Можно еще куда-нибудь пальчики там сюда. Губы. Вырежь губы. И губы можно губами просто поцелуйчики сделать. Да, мне красиво. Надо еще губы так аккуратно накрасить. Надо было обычно помадой. Да, вот так вот делать. Давай попробуем. Вот сюда. Вау! Вау! Мне кажется, полноценный видео для тебя. Ну, давай маленько подожди, значит, 10 минут. Давай уже до конца доделаем картину. Ну все, она доделана. Да, думаешь? Да, я потом подрисую и все. А что ты сейчас там? Жопу подрисуй, сиси. Посмотрите, какая красивая у меня получилась картинка. Да, я теперь вся в краске. Ну ничего. Думаю, вам тоже понравилось. Ну, тут маленько надо губки подрисовать. Ну да, кстати, ну неплохо получилось, да? Что, бывает? Да, не знаю. Ну все, давай теперь тебя. Давай. Блин. Так. А какое мне выбрать сегодня? Ладно, может быть, я сочетаю эти два цвета. Так, с чего начнем? С пяточек. С пяточек? А тебе вот пяточки не сделали? Ну, давай красим пятки. Аккуратно. О, я совсем потерялась. Ну, это шедевр, я считаю. Наши картины — это просто все шедевр. Кто хочет купить, пожалуйста. Ага, щекотно. А почему они такие грязные? Потому что пол грязный. Я вчера мыла его. Ты молодец. Ты будешь одну пятку мыть? Да, я думаю, одну. Подкрутились. Так. Так, я хочу ее куда-нибудь в левый угол. Вот сюда. Вот. Вау. Неплохо. Красиво. Подай себе пятку и сразу. Давай грудь. Давай грудь. Сама себе будешь красить. Да. Что разделась? А уже что, не взял уже? Повыше. Выше, выше, выше. Сейчас не ладно. Бодиарт же можно снимать тоже. Что, нормально? Да. Пойдет. Угу. Подожди, а как теперь? А, надо было другой стороны. Да.
поворачивается. Мои сисяшки. Опс. Что ты накрасила? Смотрите, как четко получилось. Все, одевай. Просто неплохо. Очень даже неплохо. Красиво, да, я себе просто мало намазала, поэтому да. Там у меня так и получилось. Я тоже абстрактно так. Так, что следующее? Ну что, будем попу пробовать или не без попы? Не знаю, как хочешь. Можешь рисовать губы. Губы? Ну губы, да. Руку. Руку, губы, так. Вот сюда руку. И все, и губы посередине. Так, сейчас я тогда быстренько делаю руку. Руку, ногу. Потому что делать попу, кстати, не у всех хорошо получается, реально. Я прям смотрела много видосов. Чтобы да. Сделать попу, нужно прям очень сильно постараться. Если на камеру. Ой, написано. Вау! Обратный стороны. Так, ну и вот. Давай. Сюда будет. Вот сюда? Да. Надо вот что-то такое посерединке, да? Ну, или ладно, или просто вот так вот. Ты просто сделай детскую неожиданность, возьму. А, хлякса? Да. Должна свою картину. Вау! А хлякса? А как хлякса делается? Не знаю. Да, типа того. Вот такие вот у нас получились картины. Такие вот картиночки. Ну что, выставляем на аукцион. Да. Начальная цена $100. $100 раз, $100 долларов, $100 долларов. У нас больше $1000. 3000, слышу. Давай, 3000 долларов продали. Ну что? Мы еще, конечно, можем ее сейчас доработать, дорисовать. Да. И потом в конце просто вам прикрепим скрин, что у нас получилось. Доработанная уже картинка. Ну что, если вам понравилось такое видео, пишите, будем делать для вас больше. Да, видео. И хоть арт. Да. Бай-бай!